Колл-центры, созданные правительством для граждан, вы можете не только проконсультироваться по госуслугам, но и, к примеру, получить электронную цифровую подпись и необходимые справки. Вам достаточно позвонить по номеру 1414. Алло, здравствуйте, это правительство для граждан. Я хочу получить справку о пенсионных начислениях. Здравствуйте, колл-центр правительства для граждан, меня зовут Ехан Чимов. Это Еркан Габасов. Он работает в одном из городских отделов по обслуживанию населения. Несмотря на инвалидность, мужчине удается быть одним из лучших и опытных в своем деле. Сегодня он, как и многие, сменил привычную рабочую обстановку на домашнюю. Рабочее время можете начинается. Можете через сотовый, можете через домашний телефон. До 8 работаем, 3 смена. Ага. В день 80. Больше 100 человек обслуживаем. И 44-41. По вопросам. Звонят по любым вопросам, это не особенно по 45-500, тысячи, которые по выплате именно по своему чрезвычайной они ситуации. Могут дать вам номер. Клиенты потом разные есть бывают, есть нервные клиенты, 800? Мы стараемся их успокоить, 800? Доброжелательно 44? Отвечать. А это Шинар, супруга Еркана. Так сложилась судьба, что они вместе работают специалистами в правительстве для граждан. И теперь им приходится бок о бок консультировать граждан. Ну и, конечно, им нужно успевать параллельно уделять время своим детям, помочь с уроками, приготовить обед. Мы работаем в правительстве для граждан, вот супругой принимаем удаленно работаем, принимаем заявок. Заявки принимаем в день по 100, по 150 человек. Ну, нам обращаются не только от Мольской области, но и по всему Казахстану. И еще параллельно, как нам надо смотреть за ребенком, как помочь по урокам, кушать свой и самих как бы перекусить, как бывает времени хватает. Мы воспитываем троих детей, дочь и два сына. К слову, по всей республике в колл-центре 1414 работает более 2000 сотрудников правительства для граждан. По Акмолинской области консультируют свыше 300. Так, за последние 2 недели им поступило свыше 109 тысяч звонков. Таким образом, позвонив по номеру 1414, мне удалось не только получить нужную мне справку, не выходя из дома, но и научиться делать это самостоятельно. Нурсултан Ибраев, специально для общего аппарата.